Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Астрологи уверены в том, что знаки зодиака во многом предопределяют характер человека. И они заявляют, что с большинством из представителей знаков, которые попали в этот список, ужиться практически невозможно. Ведь они способны превратить семейную жизнь в настоящий ад. Им присущи агрессия, доминирование и требовательность к жене и детям. Прежде чем связаться с ними, стоит 100 раз подумать и объективно оценить их поведение. Если оно совпадает с описанием астрологов, то ваша жизнь рядом с ними может стать похожей на фильм ужасов. Овен. Овнам покровительствует Марс, планета воинственности и агрессии. И овны в полной мере соответствуют своей правящей планете. Они готовы завоевать весь мир и ради этого пойдут на самые жестокие поступки, сметая всех со своего пути. Да, в начале знакомства эти джентльмены продемонстрируют радушие и дружелюбие. Но стоит только им в чем-то возразить или ввязаться в горячий спор, и уже беспощадного противостояния не избежать. Овны заводятся с полоборота, и пока не спустят пар, не успокоятся. При этом им совершенно не важно, кто перед ними стоит. Но радует, что эти мужчины, поорав и помахав кулаками, моментально возвращаются в благостное расположение духа. Рак. Лидирующее положение в рейтинге семьянинов не мешает ракам занять свою позицию среди самых жестоких знаков зодиака. Как говорится в тихом омуте, сами знаете, кто водится. Конечно, эти мужчины значительно уступают овнам в агрессии и вспыльчивости. Но у них есть свои методы и способы проявить природную жестокость. Тем более, что за внешним спокойствием и мягкостью скрыт настоящий вулкан. Мужчины знака Рак – те еще домашние тираны. Они прекрасно знают слабые места домочадцев и без зазрения совести давят на них. Это короли манипуляций, умеющие с выгодой для себя изображать страдальцев и жертв. Дева. Своей застенчивостью девы вводят в заблуждение. Да, они создают впечатление дипломатичных и дружелюбных персон. Но стоит только погладить их против шерсти, как наружу прорывается и агрессия, и жестокость. Девы не машут кулаками и не норовят вцепиться в горло. Их оружие – критика и сарказм. Каждое сказанное слово четко попадает в цель. А все потому, что эти джентльмены обладают поразительным вниманием, подмечая любые мелочи и без труда раскрывая самые сокровенные тайны собеседников. И девы не делают разницы между родными и посторонними людьми. Одинаково достается всем. Скорпион. В скорпионах пугают постоянство и методичность их жестокости, которая проявляется не только по отношению к внешнему миру. Увы, но больше всего от нее страдают именно близкие и любимые люди скорпионов. Эти мужчины способны на самые жестокие поступки в кругу семьи, лишь бы добиться того, чтобы все было именно так, как хотят они. В ход идут и шантаж, и манипуляции, и даже прямые угрозы. Хотя в их защиту необходимо сказать, что действуя таким образом, они руководствуются самыми благими намерениями, желая близким людям лишь счастья. Несладко приходится и коллегам, и просто знакомым скорпионов. А все потому, что эти мужчины безжалостно подвинут любого, кто ненароком окажется на их пути. Да и обиды прощать они не склонны. Жестоко и неотвратимо мстя за них самыми изощренными способами. Козерог. Это скрытные и замкнутые в себе мужчины, для которых на первом месте стоит работа. Они практически никогда не руководствуются чувствами, полагаясь на холодный расчет. Не так легко этих мужчин вывести из состояния равновесия. Чтобы сделать это, придется изрядно постараться, полностью игнорируя их желания, приказы или советы. Но астрологи предупреждают, что в гневе козероги страшны. Они не успокоятся, высказав все претензии или надорвав голосовые связки. Эти мужчины будут методично наказывать провинившихся на протяжении долгого времени. И никакие извинения или мольбы не способны смягчить их сердце. А уж открытым врагам и вовсе не стоит рассчитывать на милость. Пока козероги не уничтожат обидчиков морально, превратив их жизнь в ад,
они не успокоятся и не отступят. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!